Всем привет! С вами канал Саша и Таня. Наконец-то сегодня только Таня. Саша по другую сторону монтирует видео. Мы сегодня в очень непривычном для нас формате. Такой формат влога. Обычно у нас все такое более информативное, такие длинные видосы. Но пока сейчас мы собираем информацию на эти видосы. И под последними видео люди просят больше показывать себя, свою жизнь, деток. Ну, мы решили здесь показать небольшие отрывочки. В основном все мы показываем, как проходят наши дни, что мы делаем, как мы учимся. Я это все показываю в сторис в Инстаграм, поэтому переходите, смотрите. А здесь мы сегодня хотим показать такой небольшой, скажем так, влог. То, как мы, даже не могу сказать, отмечали Хэллоуин. Мы его не отмечали, но на сам Хэллоуин выбирались в город и, в принципе, гуляли здесь по району. Я снимала для вас, как украшают дома наши соседи. Нам даже не приходилось никуда особо далеко ходить. Просто выходили на прогулку и снимали, как круто здесь это все украшают. Я не могу даже представить, как это украшают в каком-то Нью-Йорке, если в нашем небольшом таком райончике так все классно. Поэтому сегодня Саша составит, будут небольшие такие отрывочки, может быть, где-то не очень качественная съемка, так как что-то я снимала из телефона и в темноте, поэтому уж извиняйте, но я думаю, что в принципе должно понравиться. Поэтому всем приятного просмотра, скоро увидимся, я думаю, с более длинным видосиком. Пока! Вот здесь он. Вот он. Очень страшный. Боже, кое-кто вчера кое-куда не наделал. А тут смотрели, как вы как-то просто странно шли. Смотрите, типа с мышами, клетки. О, смотри, какая обезьяна. Нормально. Вон еще чувак, смотри, нафиг, кто-то должен посетить. Этого вчера вечером не было прям так видно. Цепи какие-то. Иди. Прям целый класс. Девать прям настоящий. Здесь вы уже были. Что за комната такая? Это ведьма здесь. Ой. Какая страшная жесть. Ой, я зацепилась за ногу. Причем вот ведьма. Вот. Ну смотри. Типа телевизор, жидкости всякие. Глаза. Органы. Ну смотри. Собака, которая хранила. Ищи, мам, смотри, оружие, какие-то шлема, аптечки. А это вот этого вот Франкенштейна. Прямо вот каждая комнатка тематическая. Это ж надо вот было так все это. Я, кстати, туда тоже вчера попала. А, я там прошла. А вот эта комната вся светилась в ультрафиолете. Это как круто сделали вообще. И подсветка. Смотри, светятся типа ноги, руки. Видишь? Прикольно, пойдешь дальше со мной? Что? О! Да, ультрафиолет. Все светится. Вот эти все ноги. Все. Вот там вот лампы ультрафиолетовые. Он включает потом.
И это все светится. Призраки. Пауки. Круто. Вообще круто. Целый страшный квест. Квест, да. Сейчас, а вон смотри, какой паук. Нет. Вот над тобой. О, Господи. Вообще. Там, наверное, чужой двор. Не надо, может, там ходить. Мы-то попросились. А, нет, вот тут я еще не была. Офигеть. Кошмар. Да, я тут не была. И там какой висит, и тут. Мам, это кладбище. Да, это что-то типа кладбища. Прикинь, такое в своем дворе замутить. Целый квест. Угу. Ой, Джо, какой. Я там... Просто это сколько времени надо было, вот, да? Такая фантазия, столько всего. Наши уже кричат. Вредные. Очень круто. Причем мы здесь проезжаем каждый день. Мы даже не могли подумать, что тут такое. Ну, какой-то, думаю, какой-то навес. Непонятно что. Ночью это вообще все очень круто было. Арбалеты всякие. Да, ночью это все очень круто выглядело. Но еще все светилось, но было очень страшно. Смотрите, какие облака. Так, тихо, дай я посмотрю. Ой, сфоткаю. Ник, вон там огонь шевелится. Тихо. Класс какой, да? Кстати, крылья из-за ветра шли. Туда к нему. Опа, котик без хвоста. Ничего себе. Он по дорогу перебежал. Это ничего не значит, он просто хозяин. Бля, черный кот хозяин? Нет, Леша, просто черный кот полюбил. Что такое? А я верю в приметы. А, вот, например, я Леша и папа. Не знаешь, что такое приметы. И кто-то еще, мне кажется, не верит в черный. Мам, ты веришь в черного кота? Мне кажется, ли здесь... Классно, да? Нормально, да? Вообще, ну камера так не передает, насколько он охрененный. И там еще вон какое. Причем это уже такое прикольное, не надувное, а именно механизм. Класс. Прикольные такие лампочки, я, кстати, заметила. Мама. У многих. Собачки и люди умерли. Мама. Типа поваленного забора. Призраки висят. Тоже не видно. Вечер. Гуляем тут по райончику. И опа,
Вот чего еще, кстати, я нигде не видела. Это вот такого. Из какого фильма? Оно. Посмотрели? Нет. Страшненько выглядит. Сейчас шарик такой оттуда фигак. Да, и лопну. Проходим мимо домика. Смотрю, не обратили сразу внимания на окошко. Ну вот это вот окошечко. Люди заморочились, глазки сделали. Офигеть. Сидит отдыхающий. Вон этот череп, что мы днем снимали. Даже еще что-то люди делают. Да, походу я и Хэллоуин полюблю в этой Америке. Вон какой. Он, походу, поздороваться вылез, да, Лерусик? Блин, у нас по району гуляешь, реально, соседние улицы. Но, правда, темень капец. Как в музей. Тут говорящий гараж. Да, каждый дом. Говорящий гараж. Вообще каждый дом. Тоже очень красиво.
свинка Пеппа, что ли? Класс! Тоже ребеночек гуляет. Еще один паук. Мы, конечно, выбрались уже, когда темнеет. Ой, по забору паук ползет вообще. Класс. Так. Какой прикольный. Достаточно, кстати, распространенные вот эти вот фигурки. Вон повесился кто-то. Страшный чувак. Какая красотка стоит. Офигеть. Как ты вызываешь? Там закрыто. Димочка, держи вот это. Да, здесь вон такой музей этих первых железнодорог, которые здесь. И вокзал, а тут вокзал вообще, блин, старый, капец. Вот, 1849 год, 849. Это вот, скорее всего, вот видишь, изображены вот эти вот основатели, золотодобытчики. То есть 150 лет примерно уже назад. Не так уж и много, кстати. Минску вон 1000 почти. 900 с чем-то. А бабы эти города строили? Вон такие тут собачки ходят. Хочу рот открыть. Я хочу. Даже рот открывается. Да, я хочу такой костюм купить. А кто нам говорил, что жарко ей в маске? Посмотри. Ну что, лего люди, лего игрушки. Вы кто? Я даже не узнаю вас в гриме, ребята. Все в паутине. И на дереве раскиданы части скелета. Достаточно, кстати, распространенные вот эти вот фигурки. Вон повесился кто-то. Страшный чувак. Прикольно, особенно когда ветер. Прикольные такие лампочки, я, кстати, заметила. Мама, у многих. Собачки и люди умерли. Мама, типа поваленного забора. Призраки висят. Тоже не видно. Вечер. Идем, идем, никого не трогаем. Оп. Смотри, еще сейчас она зашевелится. Смотри, вон там бассейн выдал, блин. Золото мыть? Да. Пошли поищем, может там что осталось.
Лера, иди поищи золото. Интересно, вот эти ленточки явно тоже что-то значат. Можно деньги? Да. Деньги можно найти? Так, экскурсовод что-то рассказывает, я сейчас все пропущу. Экскурсия дорого, обращайтесь. Главное телефон не уронить. Нафига нам экскурсовод? А расскажи вообще, а то, может, ты там мы нигде не писали шполсом, это что? Ну, отсюда началось Сакраменто все. И сюда приехали с Европы когда-то добывать золото. Здесь вот река, это Фолсом Ривер течет. И там золото, и даже говорят по сей день, ну там есть. Там котик. И вот здесь основали вот эту, эти золотодобытчики, весь город, Сакраменто, все. Отсюда все это начало берет. Котик. И вот это вот все, скорее всего, вот эти вот, видишь, склады какие-то. Кот, но... который на дереве сидит. Везде что-то ржет. Я реально уже... Ну да. Да так надо было заморочиться. Я даже не представляю. Пошли туда сходим, Лер. Здесь еще ведьма, ничего себе. Прикольно. Пошли посмотрим дальше, глаза висят. Сколько раз я уже здесь прошла, и все равно это так круто. Иди сюда, Лерусик, видела? И ноги висят. Где голова? Иди, не бойся, тут все светится, подсвечивается. Иди. Тут чувак на стуле, который, помнишь? Вот он сидит. Да, зря пацаны с нами не пошли. Да мы пошли гулять. Так можно и обкакаться. Ты видел? Как они так сделали это? Просто. Не бойся. Тут, наверное, тоже, скорее всего, это как-то эта штука работает, да? Ну-ка, Лера, хлопни. Подожди, он еще реагирует.